Нереалистичное восприятие жизни – это основа страха. Люди не хотят жить, люди не хотят умирать. В этом и есть вся сложность. Страх есть просто потому, что ты не живешь в жизни, ты живешь в своем сознании. Твой страх связан с тем, что произойдет в будущем. Значит, ты всегда боишься того, что не существует. Если ты боишься несуществующего, твой страх на 100% вымышлен. Если ты страдаешь из-за несуществующего, это называется сумасшествием. Так что у людей может быть просто социально приемлемый уровень сумасшествия, но если ты боишься или страдаешь по поводу чего-то несуществующего, это означает сумасшествие, не так ли? Люди всегда страдают либо из-за того, что случилось вчера, либо из-за того, что может случиться завтра. Так что ваши страдания всегда основаны на чем-то, чего нет. Просто потому, что ты не находишься в реальности, ты всегда скрыт в своем сознании. Сознание, одна его часть — это память, другая часть — воображение. Но обе они одинаково воображаемы, потому что ни та, ни другая не существует прямо сейчас. Ты потерян в своем воображении, в этом основа страха. Будь ты глубоко в реальности, страха не будет.